Добрый день, меня зовут Андрей Руденский, я актер, был раньше театра и кино, сейчас только кино, сериалов, в общем, всего того, что касается камеры и съемочной площадки. А начинал я с Клима Самгина, это мой дебют, жизнь Клима Самгина, потом был с 1985 года масса замечательных и не очень были параллели по тем или иным обстоятельствам. Среди моих, наверное, таких все-таки выдающихся режиссеров это и Виктор Титов, и Игорь Апасян, и Сергей Бондарчук, и Игорь Таланкин, и Валера Хадов, и Кшиштоф Занусси, и масса многих других, кого забыл, но не хотел этим обидеть. А кроме того, что я снимаюсь, я еще и часто достаточно звучу за кадром, я озвучу документальные фильмы. Меньше рекламы, а документальные фильмы больше. Что у меня еще? Hablas español, parlo poquito un po italiano, I speak English, по-французски не говорю, по-немецки тоже. Что еще из моих увлечений? То, что не касается, наверное, работы, хотя кто знает, я еще дизайнер интерьеров действующий, потому что у меня еще архитектурное образование. А еще мне 57 лет сегодня в эту минуту, я с 1959 года. Глаза голубые, голос бархатный.